Столетие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева отмечается в этом году мероприятиями на государственном уровне. Одним из них стала конференция в культурной столице Азербайджана, городе Шуша, в которой принимают участие члены делегации правящих партий Азербайджана и Турции. В рамках мероприятия гостям рассказали о дне национального спасения и заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева. Да, уже вот второй год мы проводим это мероприятие, День национального спасения. Это уже своего рода традиция. А до этого, конечно, вы знаете, между двумя правящими партиями Турции и Азербайджана был заключен меморандум о сотрудничестве. Каждый сейчас в Азербайджане знает, что между Турцией и Азербайджаном исторически сложившиеся братские отношения. Дни Отечественной войны, они достигли своего пикового положения, и после конфликтное время тоже они идут, развиваются только по нарастающей. Очень знаменательный в такой исторический для азербайджанского народа и государственности день национального спасения, находиться в городе Шуше, где по инициативе двух правящих партий двух братских государств, Азербайджана и Турции, проходит конференция. Сегодня инициатива правящих партий углублять наши взаимоотношения, наше сотрудничество во всех областях, во всех сферах экономики, промышленности. То есть речь идет уже не только о политическом взаимопонимании или поддержке политической, речь идет уже и в том числе о совместных энергетических проектах и о совместных промышленных проектах, которые можно будет осуществить в процессе возрождения наших территорий и, естественно, осуществить несколько современнейших проектов на территории Шуши и прилегающих освобожденных наших исторических земель. В октябре 1991 года Азербайджан восстановил свою независимость. Однако в первые годы независимости в стране возникли внутренний кризис и кризис власти. Осложнялась ситуация в армии. С каждым днем усиливалась армянская агрессия. 9 июня по настоятельному требованию азербайджанского народа из Нахчевана в город Баку вернулся Гейдар Алиев, который положил конец хаосу, творящемуся во всех сферах общественной жизни страны, которая недавно обрела независимость. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана. Таким образом, этот день вошел в историю азербайджанского народа как День национального спасения. Лидер Гейдар Алиев. Заслуги великого лидера Гейдара Алиева перед нашим народом бесценны. Общенациональный лидер добился решения судьбоносных для Азербайджана вопросов как во время СССР, так и после восстановления нашей государственной независимости. Оба прихода к власти Гейдара Алиева в конце 60-х и в начале 90-х годов совпали с периодом крайне тяжелых испытаний в жизни нашей страны и народа. В начале 90-х годов прошлого века, в недавно получившей независимость Азербайджанской республики, наблюдался кризис власти. Был нанесен серьезный ущерб общественно-политической жизни страны. Агрессия со стороны Армении с каждым днем набирала силу. Азербайджанский народ нашел спасение в лице Гейдара Алиева. С возвращением к руководству Гейдара Алиева в стране стали приниматься последовательные меры по устранению проблем, возникших в период неумелого руководства бывшей власти. В общественно-политической, социальной, экономической, научной и культурной жизни страны стал ощущаться постепенный подъем. Расширились и стали укрепляться международные связи. Одним из приоритетных направлений стало углубление отношений с братской Турцией. Первый официальный визит великого лидера в Турцию в феврале 1994 года придал новый импульс развитию двусторонних отношений. В 2021 году в культурной столице Азербайджана между лидерами двух стран была подписана Шушинская декларация, благодаря которой Баку и Анкара повысили отношения с де-факто и де-юре уровня союзника. Благодаря декларации, подписанной в Шуше, отношения Анкары и Баку были выведены на уровень стратегического партнерства. Многое в вопросе нормализации связи в регионе зависит от Армении. Этнические армяне, населяющие Карабахский экономический район Азербайджана, должны принять реалии и интегрироваться в азербайджанское общество. Это станет серьезным шагом к нормализации обстановки на Южном Кавказе.
Азербайджано-турецкие отношения являются образцовыми для всего мира. В углублении двусторонних связей колоссальную роль играет партии «Новый Азербайджан» и «Справедливость и развитие Турции». Мероприятие на тему «От спасения к победе», организованное правящими партиями двух стран в городе Шуша, продолжилось панельными сессиями. Шамистан Мамедов, Эсмира Алиева, Альбина Абдурахманова, Анар Алиев, CBC.